Муравьева, село в Корсаковском городском округе Сахалинской области России, в 42 километрах от районного центра. Расположено на юго-восточном берегу пролива Шишкевича, соединяющего залив Анива и лагуну Бусси. История. Поселок основан 20 июля 1867 года ротой 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона как военный пост для воспрепятствования высадки на Сахалин отрядов иностранных захватчиков. Первое русское поселение было основано на восточном берегу лагуны, в устье реки Шишкевича, ныне Шишкевича, силами 130 русских солдат под командованием подпоручика В.К. Швана под названием «Муравьевский пост на Буссе». В этом месте уже находилось аинское селение Парапетункатан. Новый поселок был назван в честь сибирского генерал-губернатора Н. Муравьева-Амурского. Новый пост Муравьевский стал главным опорным пунктом русских на Сахалине и одним из крупнейших населенных пунктов острова. Общий состав команды был не менее 300 человек. Службу на посту несла стрелковая рота численностью 146 солдат, здесь же размещался штаб батальона и рядовые интендантского ведомства. По свидетельству В.К. Швана, место для размещения поста было выбрано заболоченное, которое пришлось осушать, копая дренажные канавы до самого закрытия поста в 1875 году. В 1871 году в Муравьевский прибыл агроном, коллежский асессор М.С. Мицуль. По его данным, близ устья бухты Бусси, то есть непосредственно на территории современного села Муравьева, существовал магазин интендантского ведомства, связанный шоссейной дорогой с основными зданиями поста в устье реки Шишковича. В 1875 году с сидением на болоте было покончено, пост сняли, а личный состав перевели в Корсаковский пост. После с 1905 года на месте основных построек поста в устье реки Шишкевича располагалось японское селение Мароэ Фусики, Муравьевский, в японском произношении. В период японского владения Сахалином до 1945 года аинское первопоселение Таабучи в устье бухты Бусси относилось к губернаторству Карафута и называлось Таабути. 15 октября 1947 года советскими властями в лагуне была возрождена дояпонская русская топонимика, которую воспринял находящийся на входе в лагуну поселок Таабути. Постановлением администрации Сахалинской области 26 апреля 2004 года номер 50 по поселок Муравьева преобразован в село Муравьева. Часовой пояс UTC плюс 11 часов, почтовый индекс 694202, код Аката 642168130, код АКТМО 64716300121.